уважаемые участники, гости, зрители зонального фестиваля «Дальневосточная жемчужина Дальнегорск 2023». В течение многих лет фестиваль собирает многочисленных участников. Сегодня принимают участие коллективы и солисты Дальнегорского городского округа, Кавалеровского, Ольгинского и Тырнейского муниципальных округов. Зональный фестиваль «Дальневосточная жемчужина Дальнегорск-2023» использует бренд регионального конкурса фестиваля детского и юношеского творчества «Дальневосточная жемчужина-2023» с согласия и разрешения организатора фестиваля творческого объединения «Жемчужина Приморья». Сегодня участники фестиваля будут принимать участие в следующих номинациях. Вокальные номинации, хореографические, художественное слово, инструментальное творчество, вне формата. Все номинации формируются по возрастным группам. Регламент выступления – одно произведение. Количество номинаций, в которых можно принять участие, не ограничено. В каждой номинации выявляются участники, конкурсанты, набравшие 5,9 балла и ниже. Участникам вручается диплом за участие. В каждой номинации выявляются дипломанты 3, 2, 1 степени. Это конкурсанты, набравшие от 6,0 до 7,9 балла. Дипломантам вручается диплом дипломанта. В каждой номинации выявляются лауреаты 3, 2, 1 степени. Это конкурсанты, набравшие от 8 до 9,9 балла. Лауреатам 3 и 2 степени вручается диплом лауреата. Всем участникам фестиваля вручается сладкий приз. Жюри вручает одну премию гран-при фестиваля участнику, набравшему 10 баллов. Это может быть и солист, и коллектив. Если 10 баллов набрали несколько конкурсантов, жюри на специальном заседании определяет, кто станет обладателем гран-при. Остальные получают лауреата первой степени. Если никто не набрал 10 баллов, гран-при не присуждается. Обладателю гран-при вручается диплом гран-при и памятный подарок. Вручение дипломов происходит по окончании конкурсного дня. Лауреаты зонального фестиваля «Дальневосточная жемчужина Дальнегорск-2023» имеют право участия на льготных условиях во втором этапе творческого проекта регионального фестиваля «Дальневосточная жемчужина-2023» в городе Владивостоке, который состоится 12-15 мая 2023 года в ДК «Железнодорожников» и детской школе искусств номер 5. Гала-концерт регионального фестиваля «Дальневосточная жемчужина-2022» и церемония награждения лауреатов, обладателей гран-при, состоится 30 апреля 2023 года в городе Владивостоке ДК «Железнодорожников». Национального фестиваля, получившим звание лауреата и желающим участвовать в региональном фестивале «Дальневосточная жемчужина-2023», необходимо подтвердить свое участие заявкой до 25 апреля. На фестивале работает жюри. Разрешите вам его представить. Альберт Вера Викторовна, режиссер образцового детского театра «Арлекин», муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков», почетный работник культуры Приморского края. Аксенов Валерий Анатольевич, аккомпаниатор, концертмейстер муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Горняк». Заворохина Ирина Валентиновна, балетмейстер. Зайцева Светлана Олеговна, руководитель вокального коллектива муниципального бюджетного учреждения «Центр творчества на селе» село Сержантово. Махнач Ирина Владимировна, балетмейстер муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков», руководитель заслуженного коллектива Приморского края, образцового танцевального коллектива «Новое поколение». Логинова Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебной части муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Кавалеровского муниципального округа. Председатель жюри.
Работа фестиваля состоит из трех отделений. Желаем всем участникам фестиваля удачи, успешного выступления. А наши зрители будут поддерживать конкурсантов. Всем удачи!